пластинку. Давай! И батл начинает Бибой Лим из команды Break Rave. Сам парень из Казахстана, но сейчас живет в городе Москва. И ответ от команды Predators, Бибой Джамал. Smooth operator. Красивейший классический power move демонстрировал Джамал в начале выхода. И ему отвечает Бибой Мелис. Сегодня он не снимает, Москва. Сегодня он танцует. New Flow. Мелис. Самых молодых участников команды Predators до этого, ну и продолжает представлять также команду iTown Family из города Иваново. А тем временем на танцполе появляется Бибой Саша Смув. Красиво! Команда Predators. Take that. А битва тем временем Дамы продолжается. Господа, и на танцполе команда Break Rave. Бибой Бартецкий. Красноярск! Ребята, это далеко от Минска! Дайте ему шума! All right. Мощно! Время мува! All right! 4 минуты до конца! И отвечает Бибой Сула. Фастфуд! Время клуба! Он же Бибой Фастфуд. Команда Predators. Позади ровно половина баба. Он и Бибой Бутуз, он же Бибой Аслан. Братья из города Баксан. Сейчас живут в Москве. Очень опытные ребята. Take him on! Let's go, Dale! Бибой Дейл. iTown Family. DJ No More, switch it up! Да, кстати, забавная ситуация, что Дейл из iTown и RSX, который сейчас
бьется в составе Predators, он также из iTown Family. То есть эти парни изначально из одной команды, из одного города. От команды Predators. Поле Бибой Аслан, он же Бибой Бутуз. Опасненько. Ребята, время давать жару. Финишная прямая. Let's go. Кто одержит верх? До конца осталось два раунда. Yeah. С каждой стороны. Take him on. И завершающие раунды. Рутина от команды Break Rave. Завершающий выход этой битвы Бибой Арсекс. Свежая футворк идея. И битва окончена. И как всегда мы смотрим за решением судей. Посмотрим, что же в этот раз взяло, опыт или молодость. Ну что, друзья, вы сами только что все видели своими глазами. И пришло традиционное время подвести итоги. Команда, я прошу вас встать на свои исходные позиции, а вас всех обратить внимание на судей. Итак, хотя, с другой стороны, ребята из команды Break Rave все тоже достаточно опытные. Но все же это сборная. Да, единогласно судьи отдают победу команде Predators, представителей России. Хлоп, хлоп, хлоп.